А вы знаете, что сосед значит оберегающий, а соседица – это дружить. Раньше все знали своих соседей. Знали, кого как зовут, кому надо помочь, а кому бежать за помощью. У соседа можно было попросить соли или луковицу для супа. Соседка могла присмотреть за ребенком, если маме надо срочно уйти по делам. Мир изменился, ускорился, и мы уже не успеваем знакомиться. Общаемся через интернет, но соседи, как и раньше, живут рядом с нами. Соседи – это не только те, кто живет с нами на одной лестничной клетке, но и те, кто живет с нами на одной улице, в одном районе, в одном городе. Кто-то из них нуждается в нашей помощи, кто-то может помочь нам. Как же можно соседиться целым городом? Здесь нам на помощь приходят современные технологии. «Все соседи» – это онлайн-платформа, где встречаются люди, которым нужна помощь, и те, которые хотят и могут помочь, причем так, чтобы это было просто, удобно и быстро. Здесь можно помочь по-соседски продуктами, техникой, стройматериалами или делом, погулять с собакой, сходить в магазин или аптеку, перевезти тяжелый груз. И здесь можно попросить своих соседей помочь вам. У нас на севере люди всегда помогали друг другу в трудную минуту, и все были соседями. Поддерживаем традиции добрососедства на платформе все-соседи.ру.